Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Друзья, я с вами делюсь очень простыми и легкими рецептами. Сегодня готовим куриные яйца так, как готовят в ресторане. Многие этих секретов реально не знают, а я с вами хочу поделиться. Друзья, обязательно в копилку и готовьте себе на завтрак такие вот вкуснейшие яйца. Начинаем готовить? Поехали! Лучше, конечно, найти домашнее яйцо, но если нет такой возможности, найдите хорошего фермера и берите яйцо, где желток очень желтый. Вода должна быть обязательно холодная. Отправляем на плиту и доводим до кипения. Как только хорошенечко закипели, выключаем нагрев полностью. И оставляем в этом кипятке ровно на 10 минут. Спустя 10 минут кипяток сливаем, заливаем холодную воду и держим яйцо еще около 1 минуты. Ну что, друзья, осталось яйцо очистить от скорлупы и показать, какое оно у нас получилось внутри. Таким способом желток всегда получается идеальным. Очень мягкий, очень вкусный. Друзья, обязательно кидайте в копилку этот рецепт и готовьте. Уверен, многим понравятся на завтрак такие яйца. Самое главное, чтобы яйцо хорошо пробурлило в кипящей воде. После того выключаем, и у нас все идеально получается. Обязательно пробуйте, радуйте родных и близких. И, конечно, пользуйтесь этим лайфхаком. Друзья, если понравилось, жду от вас лайка, подписка, кто не подписался. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. И я с вами прощаюсь ненадолго, до следующего видео. Всем пока!